Это что? Это лиса. Молодец, а это? Это колобок. Колобок, молодец. Теперь читайте эту сказку. Нет, нет. Читайте. Лена, да. Но мы же утром вам объяснили целый час. От того, что вы каждый час звоните, деньги же не появятся так. Но вы даже не дадите работать. Дайте хоть что-то делать, чтобы вам вернуть эти деньги. Я понимаю, да, да. Алло. Да, 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 я же сказал, что мы сейчас уже собираемся потихонечку, по чуть-чуть, очень скоро, скоро. Я не знаю, это когда, но в ближайшее время. Скоро начнем уже потихонечку погасить. Всем закроем скоро. Да, да, постепенно будем, все равно. Я вам обещал, что все равно мы закроем. Да-да, чё? Папа. Да-да. Папочка. Давай поиграем. Пожалуйста, пойдем поиграем. Что случилось? Все хорошо? У вас все в порядке? Я волнуюсь. Мам, а дед плачет. Я вижу. Не пугайся. Я в порядке. Мне надо в Таджикистан. Повидаю с мамой, мне это всегда помогало. Сходи, купи мне билет. У нас нет денег на билет. Как это нет денег? Я ведь миллионер, понимаешь? В тот день мне открылся еще один секрет. Бедность – это не отсутствие денег. Это состояние ума. На тот момент у меня действительно не было денег, но мой разум отказывался это принимать. Я хотел уехать в родные края, повидать маму, свою спасительницу. Как ты собираешься решить эту проблему? Ты хоть сам понимаешь, что ты натворил?
Что нам теперь делать с твоими долгами? Ты не слушаешь меня. Ты не слушаешь своего брата. Теперь это случилось. Что будем делать с твоими долгами? Говори. Что молчишь? Я не знаю, что мне делать. Он не знает. О чем спорите? Вы почему не поели? Я не хочу, мамочка. Я тоже не хочу. Что случилось? Это твой любимый суп. Я сама его приготовила. Бери, сынок. Бери. Я правда не хочу, мама. Нам сейчас не до супа, мама. И чай совсем остыл. Пойду свежий заварю. У тебя проблемы, сынок? Небольшие. Ты кому-то задолжал? Да? Сколько? Я сам разберусь, мам. Вам лучше не знать. Заварите чай, мамочка. Сколько? $1000, да? Нет, чуть больше. Мамочка, прошу вас. 2000? Побольше. 5000? Больше. Мамочка, заварите чай, пожалуйста. О, Всевышний, неужели $10000? Значительно больше, мамочка. Почти $3 миллиона. Сколько? 3 миллиона, сынок? Долларов? Долларов, долларов. Саидмурод, а это обязательно надо было говорить? Ты что, с ума сошел? Говорить такое маме? Давайте выпьем чаю. Бери, сынок. Спасибо, мама.
Я горжусь тобой, сынок. Теперь ты стал настоящим мужчиной. Мама, вы, наверное, не совсем меня поняли. Я должен людям огромную сумму денег. Эх, Саид Мурат, не слушал ты меня. Это ты не совсем понял, что с тобой произошло. Это испытание. Не каждому в жизни такое выпадает. Раз Всевышний послал тебе подобные испытания, значит, именно ты и только ты способен с ним справиться. Задумывался ли ты над этим? Если ты смог задолжать такую сумму, то только ты сможешь ее заработать и вернуть людям. Это в твоих силах. Поверь в себя. У некоторых людей нет денег даже на проезд в автобусе. Прекрати жаловаться на жизнь. Жизнь всегда справедлива. Иди и верни людям долг. Именно в тот миг я отчетливо осознал, с каким трудом и муками моя мать сумела воспитать 10 детей. Жизненные трудности закаляют человека. Мама смогла донести до меня, что невзгоды и трудности не являются наказанием за прошлые грехи и ошибки. Это всего лишь подготовка к достижению истинных целей. Моя мама – хрупкая женщина. Она всегда вдохновляла меня. И в тот вечер после ее слов я буквально всем своим естеством почувствовал, как наполнился уверенностью и вдохновением. Я словно очистился от скверны отчаяния. Все вдруг стало простым и понятным. Мозг заработал, как отлаженный механизм. И я четко и без помех увидел намеченную цель. Осталось только дойти до нее. Друзья, я не хочу вас вводить в заблуждение. Мое положение на данный момент очень сложное. Я совершил ошибку, но у меня есть план действий, как исправить эту ситуацию. Мне нужна ваша помощь и поддержка. Каждый из вас для себя сегодня должен принимать осознанное решение. Вы останетесь со мной в моей команде в дальнейшем или нет? Но каждый, кто примет сегодня решение оставаться, должен очень хорошо понять, что мне платить вам ничем. А чтобы справиться с этой ситуацией, нам надо будет очень много работать. Видите, картина не очень веселая. Еще я хочу, вне зависимости от ваших решений, поблагодарить каждого из вас за сотрудничество.
Мы были отличной командой. Поверьте, я пойму и приму любые ваши решения. Все, кто примет решение оставаться, завтра приходите в такое время. Извините, Саидмурад Раджабович, у меня дети, семья. Я понимаю, все нормально. Простите. Извините. Спасибо. А зачем ждать до завтра? Я готов отвечать сейчас. Я с вами, Саидмурад Раджабович. Мы с вами. Что надо делать? Спасибо, друзья. Я благодарен вам. И никогда не забуду то, что вы сейчас сделали для меня. Давайте к работу. У меня есть план, как решить эту проблему. Я его разработал. Сегодня 2008 год. Если мы соблюдаем этот план, к 2013 году, максимум 2015 году, мы справимся с этой задачей навсегда. На данный момент у нас 174 человека, у нас долги. Если мы им хотя бы по 100 долларов можем давать, по 100 долларов, если мы можем им отдавать, это будут 17400 долларов в месяц нам надо будут отдавать этим людям. Но у нас долги еще перед банком. Нам нужно 4 банку ежемесячная оплата 6483 доллара. Если мы все соберем, это будут 23883 доллара. Это сумма, которую мы должны отдавать. Для этого нам нужно ежемесячный прибыль 125 тысяч долларов иметь, чтобы 20% из них мы могли бы оплатить ежемесячно. Нам нужен доход. Мы построим несколько бизнесов, которые принесут нам этот доход. Это займет год, может быть, полтора года, но мы справимся с этими ситуациями. Айжана, пожалуйста, я хочу завтра встретиться с алматинскими слушателями, а потом в Москву став график, и Минск, и Киев, и Бишкек, и дальше в других городах. Будем работать. Построим несколько бизнесов и возвращаем все эти долги. Будем работать. Давайте, ребята, будем работать. Любая проблема давит на нас до тех пор, пока не появится план решения этой проблемы. И составили план погашения долгов и показали его своей команде. Мы взяли за дело, днем я проводил семинары и тренинги, а ночи отводились на приезде и прилете. Воплощение смелых бизнес-идей на практике стали приносить нам доход, который, в свою очередь, позволил нам постепенно погашать долги. Я почувствовал эффективность и результативность своей системы. Она работала. Я понял, мои способности зарабатывать большие деньги росли прямо пропорционально выполнению данных мною обязательств по погашению долгов. Я осознал, что рано или поздно решу все финансовые проблемы, а бесценный опыт и навык останутся при мне. Я словно спортсмен после изнурительной тренировки с каждым днем становился все сильнее. Весь ресурс своего мозга я бросил на решение этой проблемы. Прилетали дни, долгов становилось все меньше. Я стал делиться накопленным опытом с людьми. Благо, к тому моменту мне было что им рассказать. Вместе с тем я ни на секунду не забывал о своей мечте. Каждый день хоть страничку, хоть строчку я должен был написать. Несмотря на все трудности, я не имел права забывать о главной цели своей жизни. Я обязан был написать книгу, о которой мечтал все эти годы. Воспоминания и пережитое было для меня великим уроком. Я был готов поделиться знаниями со всеми остальными, чтобы уберечь их от моих ошибок. В таких условиях рождалась моя первая книга. Те дни приучили меня работать в активном ритме. И с тех самых пор жить в подобном ритме стало моей привычкой. Саидмурад Раджабович. Да. К вам посетитель. Особенный. Здравствуйте. О, Анатолий.
Здравствуй. Как вы? Насколько я помню, мы уже с тобой и все финансовые вопросы уладили. Или еще что-то придумал новое? Эти бесконечные ходьбы в суде и запреты на выезд из Казахстана. Да, мы же вроде бы один из первых с тобой рассчитались. Сайдмурод Раджабович, что было, то было. Не стоит вспоминать прошлое. Я пришел к вам не ругаться. А зачем тогда? У меня есть для вас особое предложение. Я хочу работать у вас в команде. Это приятно, но это тебе не принесет финансовой выгоды. Я еще не рассчитался долгами. Неважно, это не главное. Мне понравилось, как вы вышли из этой ситуации. Я хочу быть в вашей команде и учиться у вас. Все, спасибо вам большое. Говорите, кроме спасибо. Всем хватит. Всем хватит. Сейчас уже пошел, да? Я благодарен, что вы стояли рядом до последнего. Сегодня мы полностью рассчитались со всеми нами. Добрый день. Майор Минбаев. Узнали? Я удивлен. Разве у нас с вами остались нерешенные вопросы? Только один. Странно. У меня нет привычки оставлять нерешенные вопросы. Я это знаю, господин Довлатов. За эти годы вы многое обо мне узнали. Это моя работа. Я тоже любое дело довожу до логического завершения. Что ж, это характеризует вас как профессионала. Вашей хватке можно позавидовать. И что же на этот раз я натворил, по вашей версии? Я понимаю. Вы правильно не злиться, но... Я совершил ошибку, но я сам ее исправил. Вот поэтому я вам и звоню. Я не хочу, чтобы между нами оставалось недопонимание. Многие люди неправильно оценивают мою работу. Столкнувшись со мной... Воспринимают меня как личного врага. Признаюсь... Некоторое время и я был именно таким. Но это длилось недолго. Я понимаю вас.
Вы делаете свою работу и делаете ее профессионально. Как и вы, господин Довлатов. А профессионализм в любой области всегда вызывал у меня уважение. Значит, между нами больше не осталось каких-то нерешенных вопросов, майор Минбаев? Так. Почти. Я уже давно подполковник. Поздравляю вас с повышением в звании. Знаете, я хочу с вами посоветоваться по финансовым делам. Может, как-нибудь за чашкой чая посидим, поговорим? Хорошо. Договорились. Большое спасибо. Удачи. Всего доброго. Саид Мурод, ты молодчина. Из такой ситуации выпутался. Я даже не знаю, как бы я решал такую проблему, если бы я был на твоем месте. Тебе не попал в такую ситуацию. Ну, не скажи. Времена такие, сейчас никто от этого не застрахован. Лучше расскажи, как идет работа над твоей книгой, когда мы ее прочитаем. Работаю. Собрал много материала. Пишу. Но мне чего-то не хватает, чего-то не достает, чего-то какая-то искра. Сразу почувствую, когда она появится. Должен почувствовать, когда она появится. У меня хорошая новость. Представляешь, меня приглашают на госслужбу. Я надеюсь, смогу так больше пользы обществу принести. Что скажешь? Отлично. Если примем решение, буду рад помочь. Поздравляю. Ну, пока еще не с чем, но спасибо. Я приобрел земли в Бишкеке для строительства жилого дома. Строим вместе? Что скажешь? Ты со мной? Это даже не обсуждается. Саид Мурод, сынок, хорошо, что приехали. Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома. Налейте чай. Хорошо. Эх, Саид Мурод, Саид Мурод. Не соскучился? Ты уже неделю в кишлаке. Это тебе не Москва. Все равно деревня есть деревня. Маленькое место. Бери чай. Тут рай на земле. Давно я так не отдыхал. Родной кишлак. По маме сильно истосковался. Знаешь, Саид Мурод, я вот что подумал. Мы ведь с тобой с детства дружим. Росли в одном кишлаке. Дышали одним воздухом. А в итоге, где ты и где я? Видно, и сыну, и внукам моим уготовано ложки до тарелки из дерева строгать, как и всем моим предкам. Да, сынок? Дядя Саид Мурод. Слушаю тебя. Вы научите меня, как заработать много денег. Bye.
Зарабатывать много денег? Ты гений. Эврика, ты просто гений. Эй, друг, а как же плов? Плов потом. Саид Мурод, куда, сынок? Что ты у него спросил? Ребята, доброе утро. Есть хорошая новость, пожалуйста, все соберемся. Ребята, вы все очень хорошо знаете, что большинство людей живут не так, как мечтают, а живут так, как получается. Тренинги – самый лучший способ экономить жизни от экспериментов. Самый короткий путь – получать практический опыт. Есть два пути развития. Первое – учиться на тренинге. Второе – собственный опыт через долги, через потери, ошибки, через неудачи. Но правильный путь – это первый. Изучая опыт других людей, богатых компаний или развитых стран, можно экономить годы своей жизни. Я вот о чем подумал. Порою тяжело обучать взрослого человека. У него формированы убеждения. Культ личного опыта. Он часто думает, что во всем он прав. Его точка зрения самая правильная. Так, почему бы нам не воспитать человека со школьной скамьи? Как правила дорожного движения, как алфавит. Гениально. Да, да, Гульбара. Все гениально и очень просто. Пусть это станет стратегией нашей команды. Финансовая грамотность со школьной скамьи. И нашим лозунгом пусть станет: в каждом доме есть будущий гений, которому нужна поддержка. По этому направлению буду писать книгу. Новую книгу. Кстати, вчера и название нашел. Мой гениальный ребенок. И это не все. Есть еще очень хорошая новость. Наконец-то закончил книгу. Я и деньги. Седмород, я рад, что мы заключили с вами договор на вашу книгу. Я надеюсь, она станет национальным бестселлером. Спасибо. Я это очень долго ждал. Семь долгих лет. Сегодня в гостях Садмурод Давлатов и его новая книга «Как стать миллионером на территории СНГ. 10 шагов к успешной жизни». Итак, мы объявляем начало презентации под ваши бурные аплодисменты.
Спасибо. Уважаемые читатели, уважаемые наши слушатели, которые посещаете наши семинары и тренинги, добро пожаловать на презентацию нашей книги. Дорогие ученики, мы все хорошо знаем нашего выпускника Саидмурода Давлатова. Это наш славный земляк, директор Международной школы развития человека САМО, доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор маркетинг-бизнеса, уважаемый Саидмурод Давлатов. Во-первых, выражаю вам благодарность за стипендию для наших отличников. Ваше благородное дело очень стимулирует наших учеников для достижения знаний. Вашу инициативу уже поддержали и в других школах и селах. За такую инициативу и благородство выражаю благодарность от имени нашего коллектива. Отрадно заметить, что этот уважаемый человек сегодня присутствует на нашем собрании. Итак, с высоким уважением передаю слово. Пожалуйста, наставник. Было время, когда мои мечты казались мне недостижимыми. Будущее было туманным и размытым. И вот маленький затравленный парень из горного кшлака, вопреки всему на свете, сумел стать хозяином своей судьбы. Как-то сидя на этой скамейке, я понял, что жизнь для сильных людей. Ее надо заслужить. Каждого, кто теряет надежду, она уничтожает. Ничто не мешает человеку стать тем, кем он мечтает. Найдите свой путь. Никто за вас его не пройдет. Книга вашей жизни в ваших руках. Вам листать ее страницы. Я всегда доверял людям и всю свою жизнь бился за их доверие. Я понял, что кто я есть сейчас, это результат ранее сделанных мною выборов. Судьба любого человека – результат ранее сделанных им выборов. И неважно, понимает он это или нет. О, Всевышний, помоги мне! Только ты знаешь и ведаешь о моем положении. Веди меня по праведному пути. Я знаю, все будет хорошо. Когда-нибудь все будет хорошо.